зашли в один из отделов продажи «Киевхлеб», где должен продаваться социальный хлеб. Сегодня существует очень много жалоб от горожан о том, что хлеба нету на этих точках продажи, их сегодня 150 по городу. Я вышел, посмотрел, собственно, о том, что хлеб есть. Продавцы говорят о том, что каждый день им привозят, свежий, существует. Покупатели его покупают на сегодняшний день. Так как существуют жалобы, мы максимально много времени уделяем этой проблеме и стараемся разобраться с ней, чтобы те обязательства, которые инвестор на себя взял во время инвест-конкурса, чтобы они выполнялись, чтобы хлеб был доступен для социальных категорий людей. Департамент промышленности и торговли каждую неделю выезжает на разные точки, без предупреждения проводит инспекции, смотрит о том, сколько хлеба действительно существует, потому что производитель нам отчитывается о том, что они производят хлеб, и о том, что он везде всегда есть, но очень часто такие ситуации возникают, что во второй половине дня, допустим, хлеба нету на точке. Поэтому для нас задача сделать так, чтобы он постоянно присутствовал, инвестор выполнял свои обязательства, взятые по конкурсу. Последние несколько месяцев результаты значительно лучше. После того, как мы начали проверять намного чаще, намного лучше стала ситуация общая, и хлеба стало больше.